Данный герметичный бокс позволит при транспортировке заболевшего в машине скорой помощи, либо из приемного отделения до отделения, поместив его в такой бокс, обезопасить и минимизировать контакты заболевшего с экипажем скорой помощи. Я очень благодарен тем, кто оказывает помощь нас различными средствами. В данном случае мы говорим о банке «Восток» и о владельце банка «Восток» Мараховском Вадиме за его большое сердце, его семье, которая всегда в трудные минуты протягивает руки помощи и помогает городу. В данном случае они закупили два бокса, герметичных бокса для транспортировки заболевшего коронавирусом. Я думаю, что мы подождем немножко, посмотрим, как на практике будет использоваться это оборудование, послушаем мнение экспертов, послушаем мнение медицинских работников и тогда примем решение о дозакупке, если такая необходимость будет, такого оборудования.